Отдай ангела! Отдай ангела! Ангела забрал. Ангел! Да. Будешь играть. Мы тут тебя не можем поделить. Смотри. Да хватит, все, я тут. Давайте, кто здоровается там, здоровайтесь. Или я здоровый. Привет, с вами Ангел. Почему я не двигаюсь? Вы нажали уже запись или как? Я тебе больше скажу, я записываю еще с того момента, когда ты начал говорить как еврей. Короче, давайте, ладно, я начинаю. Всем привет! С вами Бартоломео, Ангел, Дечима, мы играем в T-Worlds. Короче, мы совсем сошли с ума. Вообще сошли с ума, я корова, ангел, да. Вот, и сегодня, я так подозреваю, они вдвоем будут играть против меня, потому что я в эту игру играл еще в 2000, наверное, 11, 10, 9, сейчас. 2000, а, наверное, смотри. 9 году. Ангел, возьми молоток. Как? Колесико покрути или единое. А, все. Смотри, мы подходим вместе к парке. Нет, никто не подходит. В общем, у нас сейчас будет соревнование, я так понимаю, они вдвоем будут играть против меня, играем до 20, потом сервер перезапускается и так далее. Бам! Ангел, ты прям как это. Дечима, походу, натренировался. Ты недооценивал. Минус ангел. Меня убили. Кто? Кто убил? Дечима предатель. Дечима, мы же в одной команде. Ладно. Самое классное, что тут есть Rocket Jump. О, круто, ты меня убил разок. Ангел, я сейчас буду самураем и тебя покараю. Короче, ангел, когда он становится самураем, берешь молоток и режешь. Жаткая игра, я ничего не знаю. Заманили ангела. Ты должна стрелять в меня. Ой, Дечима, дай тебя убить, дайте хоть кого-то убить. О, тут оказывается... Да, ура, ну, я убила! Не хотел, называется, убивать Ингу, пришлось умереть сам. Это я убил вообще-то ангела, а не Дечима. Да, а не я. У меня точно, у меня ноль. О, я вершу. Я спряталась. Парт нечестно играет, он в эту игру играл. Есть! Да, я Барта убила! Это молодец. Был Дечима. Я корова, ангел! Я муу! Вот он я, смотри. Сейчас мы ангела. Так. И так, все. Нормально. Кто такое чудо придумал вообще? Там я тебе еще больше скажу, мы играем сейчас в ДМ, то есть тут дедматч, каждый сам за себя играет. Я вообще был против. Но... А что, есть еще команда? Есть команда, да, Team Deathmatch, есть CTF, то есть захват флага. То есть нужно бегать, воровать флаги и приносить их на базу к себе. Еще есть карты на прохождение в этой игре, есть рейсы, то есть просто на скорость, тебе нужно там пройти всю карту, там, не умерев, на скорость. Есть, например, вот мне очень нравится режим, возможно, мы его снимем, если... Если хотя бы 50 лайков наберем на этом видео, то я думаю... 5 меня! Я думаю, покажу, как есть режим, где... Помнишь, в детстве игра была «Чай-чай-выручай»? То есть тебя, если могут заморозить... Вот. Тебя могут заморозить, после чего тебя должен союзник разморозить, а оппонент должен тебя выкинуть с карты, то есть как бы чтобы ты умерла. Вот. То есть, ну, как бы есть интересные режимы игры. Ты борт читак просто. Да какой читак? Я просто... Тут стрелять нужно на упреждение. То есть, ты стреляешь как бы туда, куда, по идее, твой оппонент будет падать. Вот, у меня патроны закончились. Ангел, ура, ура, я бегу. Правильно, Ангел. Меня. Смотри. Давай, Ангел. Как тебе? Сейчас я буду ангела таскать. Еще, да, вот этот хук очень хороший, то есть он непосредственно работает как на... Какой же он хороший, я не понимаю, как он работает. Ты нажимаешь кнопку, он у тебя цепляется к стене. Если ты держишь, он держится. Но ты можешь бегать им. Все, поняла. Ауч. Ну, нормально. О, генерится сердечки опять. А-а-а, кто меня? Партица.
Ну а вдвоем меня убили, ну как же так? Сам сказал, играйте вдвоем против меня. Единственное, тут еще пошатывание камеры, я не знаю, как это будет видео. То есть, как бы, возможно, это будет немножко напрягать. Потому что я мышка, как бы, очень часто туда-сюда. Ну так... Да, по звукам иногда нет. Да посмотри, я даже не успеваю выйти, чипа. Ангел, ты что там месишь? Он читер, Ангел. Ау! Какой читер? Я просто... Ау, как ты так? Что? Подожди, ну, дай я покажу, Ангел. Ангел, смотри, вот смотри, спустись сюда, вот тут стой. Смотри, хуком можно перебираться. Вон, видишь, базука там далеко лежит. Ты смотри. Меня не пускают. Ну, Дэйч, дай покажу. Смотри, можно, бежишь просто, прыгаешь, например, зацепляешься, и тебя начинает по инерции просто тянуть. То есть, оп, ты можешь, по идее, вообще, как бы, вот, Дэйч, ну не мешай, я убью тебя. Все, поняла. То есть ты можешь вот так вот, например, смотри, ова. Ух ты, классно. То есть ты еще кнопками можешь направлять, куда ты хочешь, то есть как оттягиваться, можно так сказать. Видишь, ты влево, вправо там нажимаешь. Ага. Но если у тебя была скорость какая-то определенная, то есть ты можешь... Сейчас надо за центр просто затянуться, зацепиться. Вот, и смотри, видишь, вот я просто... Оба. Ну, там вот сколько-то у меня было скорости, и я из-за этого... Еще можно ракетой, вот смотри. Вот я вот тут вот стою, видишь меня? Смотри. Да. Бах! Ну, то есть, как бы придаю себе инерцию, можно так сказать. Есть... все, поняла. А то ничего не объяснили, давай. Сколько у меня? Один килл только. Но когда ты стреляешь с базуки, ты себя коцаешь. А у меня сейчас базука, а как они еще. Та-да-да-да-та-та! Почему-то у меня флаг Австралии стоит, наверное, я его сам поставил. Нет, ты просто живешь в Австралии. Да, конечно, я живу в Австралии, у меня пинг 18, а у вас 54 с Австралии, конечно. Ну так, мы же Европа, мы не можем быть такими, как ты. Ты не Европа, запомни это, ты не Европа. Вот вам все время говорят, что вы не Европа. Есть тебя огорчить, но мы Европа. Я понимаю. Я вроде поняла. Ау. Ау! Тихо. Я тут сейчас, короче, и Ангела завалю. Ну, Дэйч, мой красавчик, убил Барто. Надо отомстить. Так, от Ангела просто можно уворачиваться, смотри. Так, через сколько ты меня убьешь, давай. Блин. Я на самом деле достаточно большое количество времени играл в нее, ну как бы скилл, конечно, немножко потерялся, но... У меня даже есть собственные рекорды, то есть на... Я даже карты свои делал, если так уже начать говорить, то есть я делал карты на прохождение, и достаточно много людей в них играло. Мы два сервера держали. Да ладно? Угу. Кто-то в это чудо еще и играл? Ты не поверишь, в это чудо очень много людей играет, даже сейчас. То есть там, ну, общий онлайн, я не знаю сколько, есть много версий этой игры. То есть мы сейчас играем на самой последней, но некоторые олдфаги, можно их так назвать, они остались на старой версии. Не знаю почему, может быть там физика чуть-чуть по-другому работает. Я да, сам да, себя убил. Минус один. Идеально. Молодец. Та-да! Даблки! Я хочу этот меч! Меч, я хочу этот меч! Давай, найди меня теперь, убей! На самом деле это... Ангел идеальный вариант, короче, использовал. Сидит, короче, в засаде и смотрит. Не люблю этот меч, на самом деле он по КПД проигрывает базуке. Базука это самое крутое. Не, еще дробовик хороший. Есть еще другие оружия, но это самая первая карта, она самая легкая. Я просто предложил еще с каким-то оружием. Сейчас, подожди. Ты чего быстрее Ангела убил, чем меня? Ну, понимаешь, или двоих, или вообще никого. Не, тут надо просто приспособиться так вот, прыгать ловко, и все даже неплохо. Ау. Ну как так? Я вас в следующий раз в Ассасина приглашу. В Ассасина? Нет. Нет. Я за. Нет. Это я так расстроен был приглашением.
Я не люблю этого Аладдина. Аладдин. Это Аладдин. О, да, у меня теперь надо. Ты шариком можешь менять оружие. Я тебе тайну открою. О, точно. Ура! Я победила. Ты двоих нас убила, да? Да. Мне самое больше прикалывается в этой игре, что мы, когда убиваем, у нас глаза закрываются. О, смотрите, меч. Ура, я наконец-то его нашла. Ты замечал, Барт, когда ты получаешь урод, или когда ты это... Йоху, я ассасина. Ангел-ассасин там, смотри, смотри, летает. Сейчас тебя порежет. Порежу. Я опять начинаю. Недавно просто такая маленькая отсылка. Барта там немножко... Если кто, если будет 1000 лайков, короче, я вам покажу эту оценку. Не, не надо, Дэч, я там ругался. Нет, не ругался. А. Да бан-читан, короче, он учится стрелять в воздух. Пам-пам. Да он проф. Понимаешь, ты должен стрелять, опять же говорю, на... Рассчитывая, что там кто-то будет, вот ты, например... А бесконечно, да, патроны? На пистолете, да. На базуке нет. Еще можно всякие текстур, паки менять, скины ставить. То есть, видишь, я коровку такую поставил. Да, я ангел, такого тоже скина нету. О-о-о. Ангела просто унижение, такое, боль и унижение. Да вообще. У меня боль, печаль. Тоска. Дэч, как тут? Ты сам себя убиваешь уже. Я раз. Знаю, суицид это forever. Суицид у тебя... А, у тебя как у ангела, 3 фрага, нормально. У меня их было 6, но... Суицид... Это так нечестно вообще. Ангел там подошла так по-тихому с дробовиком и начинает палить. Так, может быть, мне вас на пистолете поунижать? Ну, вы... Моя катана! Мне еще надо научиться целиться. Понял, Барт выпендривается, потому что он в эту игру играл. Я понял. Это знаешь, как называется вызов, то есть по очереди. Пошли в этот. Да-да-да. Пошли потом поиграем, я тебе покажу парочку игр. Да, а, давай потом Warcraft 3 поиграем. Warcraft 3. У-ху! Барт выиграл второй раз! Классно, у меня три. На расстройку, Барт, я тебе расскажу, что такое. Давайте я карту поменяю. Давай. Давайте, тогда я сейчас все нажимаем паузу, потом, когда мы вернемся через пару секунд. Ура, возвращаемся. Через щелчок. Ай, 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 да мы уже как бы дрались недавно, привет. Сейчас... Слушай, тут лазер есть. Я уже в минус ушел. Ты уже нашел, да, пару мест там есть, куда падать не стоит? Я уже забил. Yes, yes, yes. Ты упал? Ты упал? Ты умер? Yes! Пойду ангела сейчас притащу сюда. Подожди, где ангел? Ангел, я иду за тобой. Я буду тебя тянуть в яму. Я плохой. Вай, вай, вай! Ну вот. Так вот всегда будет с теми, кто пытается. Так, ангел, не убегай. Я тебя опять продолжаю. Пойдем. Пойдем. Ага, пока, пока! Спасибо. Так, ангел где-то там бродит. Там еще есть одно место, попробуем ее туда дотащить. Тихо. Катана, катана. Но там можно спасти. Катана! Не, Барт, короче, все, с Бартом играть. Пошли в Варик поиграем. Расстроил пацана, вообще расстроил. Не, Барт, это без разницы. О-о-о, какая-то такая пушка. Это лазер, я понял, я бегу к тебе. Стой там. Давай. Черт, 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 я хотел, блядь, ее выкинуть вниз. О, тут еще, ух ты.
Короче, меня на какие-то эти я, короче, иголки. Не могу убить руками, буду убивать эти. Что-то я это... Получайте. Не, реально, я его бью, ему пофигу. Да. Ты не попадаешь просто. Он начитерил себе способностей. Тут нет способностей. Все, короче, предлагаю Барта Банни. Нет способностей. О, ангел, пойдем, сейчас я тебе. Подожди, оп, так. Ангел, если что, ты третий потолку. Я знаю, я там была уже, не надо. Так, как бы тебя... Ну ладно. Дычима, защитник ангела, пришел. Давай, Дэч. О-о-о! У кого раньше кончатся патроны, так нельзя. Ну, я с базуки стрелял, а ты так... Ладно. Пора выигрывать. Изикатка. Воу-воу-воу. Слушай, у меня 2 хп осталось. Подожди. Чуть-чуть подожди. Не, ну где-то спряталась. А я иду за тобой и за тобой вот тоже. Я пришел. Ку-ку. Это за самурай кунг-фу. Кунг-фу самурай. Барт, остановись, ты опять начинаешь. Ты, короче, это, Бар, давай скилл вырубай, пожалуйста. Скилл вырубай? Так, хорошо. Как тут? Я бот. Ну как так? Я не могу понять. Куда лазят? Я сейчас бот вынесу. ПВП на пистолеты. Нет, это не ПВП, это избиение. Я бот. Я играю как нуб. Прям вот вот все. Знаешь, одной рукой можно играть. Куда ты меня, Дэйчма, потянул? Нет, нубы не бегают, они не умеют скорость набирать. Надо было в яму тебя скинуть из этого приношения. Ангел мне одно хп оставило. Ангел, зачем? У меня еще до сих пор одно хп. Кадзе. Я умер, но я его забрал с собой. Ангел на шипы прыгнул. Так, мне осталось... Не пугай меня. Ой, дай чё, извини. Я уже ангела с базуки посвящаю. О-о-о-о-о! Ты чего, блин? Ну как так нечестно? Сколько ж тебя попасть надо? У меня? 5. Ты чего? Ангел, я постоянно собираю броню, бегаю. То есть броня тут, ну так, не сильно, но решает. Ага. Ангел, я отвечу просто, смотри. Смотри, ангел. Раз, два. Ангел, посмотри. Ты сверху. Как бы не попадаешь в меня. Ты как бы не попадаешь. Так, подожди, там парень пришел, мешается. Главное, смотри, против меня он играет нормально, как человек. А против ангела я что, как бот играю, что ли? Да. Да? Ну нет, ты перестань. Я по-настоящему играю против ангела. Все, кто заметили, что он играет против ангела слабее, пишите в комментариях. А, ну да. Ну как же, Барт не секирит. У меня одно хп осталось. Подождите. А, ну да, надо исправить это, да? Чёрт. Я тебя обрадую, у меня тоже одно хп осталось.
Война, ангел, давай меня убей. Нет, нет, я не тебя. Как ангел парк? Хочет гранату. Привет. Блин! Есть! Прикинь, тебя ангел в соло. Долго радовался. Я только молот взяла. Короче, килы, у меня все килы в минус уходят. Это кошмар, короче. У ангела минус один, ты чего? Я хоть в один, ладно. Я тут такой нубище. Такая, знаешь, детская игрушка, как бы. Я вот люблю такие казуальные всякие игрушки. Та-да! Давай другую карту, это... Я думаю, соло. На этой прекрасной ноте, пока вы меня не выиграли, не научились играть в нее, я думаю, мы закончим серию. Спасибо, всем пока. И запомните, Барта читер. Барта не читер, Барта дюпер. Надюбал себе хп. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео. Пока-пока. Всем пока-пока. И дайте ему. Дайте, подождите, подождите, дайте, я убью. Подожди, тут ангел пытается попасть в меня. Да, дэч! Ну подожди, ну ты! Всем пока-пока. Я его убил, не его убью.